Привет-привет! Я обычный российский школьник, и когда я немного подрасту, я очень хочу пойти служить в российскую армию. И к этому я готовлюсь уже прямо сейчас. Теперь кросс 3 километра. А теперь в тир. Очень часто мы тренируемся так всем классом, таких как мы тысячи и даже миллионы. Российская армия самая сильная.